что нельзя говорить Алисе. Алиса, ты глупая. Исчезни, уходи. Ты парень или девушка? Не говорите о желании приобретения нового айфона. Ты спишь? Что нельзя делать с телефоном? Оставлять телефон на зарядке на ночь, особенно если зарядка не оригинальная. Пока вы спите, телефон может загореться и также может деформировать аккумулятор. Если ваш телефон согнулся, немедленно уберите его от себя. Он может взорваться. Нельзя брать телефон Телефон в ванную. В ванной высокая влажность и разрушает его детали. Факты о корейских школах, которые тебя шокируют. Школьные занятия длятся круглый год, за исключением летних, зимних и весенних каникул. Весенние каникулы начинаются спустя всего 3-4 недели после окончания зимних каникул. Стандартный учебный день в начальной школе длится около 5 часов. Стандартный учебный день в средней школе составляет приблизительно 8 часов часов. Стандартный учебный день в старшей школе составляет около 12 часов, иногда даже больше.